так, Биг Лизбовский задонатил для Литл Лизбовский, так сказать, классику. Научись импровизировать на гитаре, как Кирк Хэммет из Металлика. Продолжаем погружать человека в гитарный YouTube. Да. Ну что ж, еще раз. Кстати, Сергей Сокол, типа Сокол. Сокол. Сергей Сокол. Сергей Сокол. Так, да. Ну что ж, Сокол, типа сосед всем. Приветствую, я думаю, что многие видели вчера замечательный ролик. А вот Фред в шляпе, в котором он наглядный, четко показал. Хочешь, я тоже шляпу найдем? Давай. Как сейчас? Я люблю шляпу, всякую хуйню на голову надевать. Вообще люблю. Все, теперь нормально. Импровизировать в стиле магистра гитары и маэстро Ричи Блэкмора. Я этим гитаристом не очень интересовался, но я знаю то, что все говорят, что импровизация просто божественный концерт. Гачи Фингерс, мое почтение. Невероятные вещи, уходит в астрал и так далее. Да. И что Павел четко объяснил, то есть у меня все-таки высшее техническое образование, и поэтому мне лично помогло. То есть я моментально посмотрел ролик, сразу испробовал себе, и действительно, получилось просто максимально идентично. Что-то в духе... Саша не умеет играть на гитаре вроде бы. Или умеешь? Я очень пиздец, ну типа так это поиграла, потом какое-то там говно и забросила, потому что... Ну, в принципе, Хэммет так же, на самом деле. Ждем следующий стрим такого формата вместе с Вавилонской шушницей. Ну, ладно. Бля, тоже расскажем, это тоже локальный мем. То есть, на мой взгляд, это действительно оно максимально приближено. Это как, на которую дрочили в метро, она рассказывала. А, бля. Вот, мы ее зовем Вавилонская шизуха. Даже все-таки превосходит по качеству импровизации Ричи Блэкмора. Но сегодня поговорим о других вещах. Все сожрала уже. О том, как научиться импровизировать. Всю закусь без этого. Это, естественно, все знают, что это главный соло-метальный. Бля, ребят, полтос еще, блядь, один полтосик. И мы хуярим. Я уже закусь сожрала. Закусь его, хуйма, да. И леса в нем рез. Саня, привет тебе от динозавра. Вот. Здорово. Да, 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 да. Ребят, 25, вы чё, давайте, блядь, вас дохуя тут кидаете. Огромное количество всяких читателей журналов, в которых продаж гитары, большинство, но тем не менее, они выбрали его лучшим соло-гитаристом с уникальным стилем, уникальная фразировка, что безумное там? Мышление. Да, Димон... И давайте посмотрим какой-нибудь джем. И они выбрали концерт, уже концерт скажут, типа, вот он там сложал, он там был пьяный, он там был уставший, обдолбанный, не доел, переел, выспался, перекурил и так далее. Поэтому смотрим спокойно обстановку. Никаких барабанов, которые могли бы его напугать, никакого баса, который мог бы впасть в эти бедства. А именно спокойный, качественный джем. Большой там посмотрим. Не-не-не, большой, вот сам, вот он, да. Да, теперь смотри, вот эти обратно. Заебал, да? И большой давай сложно. Ну и теперь давайте приступать уже непосредственно к своему такому стилю импровизации. Как я вас попёрдываю людей в метро? Просто так, для сведения. Сопёрдываю, обпёрдываю людей в метро. Крепкий пердун задонатил. Крепкий пердун, красавчик. Вот пердун, как говорится, добил нам этого, блядь, хороший того. Человек. Так, да, я думаю, мы как раз вот по этой хуйне отмерим. А чем бодяжим? Там пепси есть, я колу просто... Пиздец, кола дорогая стала, как мразь. Я уважаю колу. Я помню, что тогда написала в комментах, ну, в чате, то, что, типа, вот, купил себе ебать колу, духу. Купил себе, там, типа, бля, чипсы, сижу, смотрю стрим, все с кайфом. И вообще, мы обещали стопку, но ну, поебать. Ну, так это стопка по объему, и все. Ну, как бы, ладно, да. Проблема? Вот, и знаешь, что я купила? Ну и чё? Колу зеро, блядь, она невкусная, нихуя. Да, прям вообще? Ну она типа, ну нет, она нормальная, но... Блин, не то, ну, да? Привкус потом что-то остается. Что-то руки, блядь, липкие теперь, сука. Ой, дерьмовый. Пепси, блядь, пизда какая-то липкая. Так. Бля, может вообще надо было наоборот тебя туда засунуть? Сюда? Ну да. Хочешь, давай поменяешь? Не, мне тут ноут, блядь. А, ладно, да. Похуй. Короче... Похуй, будешь разминка. Подрываться, да. Так. Запердёж, блядь, за... За того, кто задонатил. Да, да за всех, кто скинулся на это, ребят. За всех, так сказать, кто нам проставил моё почтение, ребят. Вот, да. Мизинец затопырит, самое главное. Халу Паус, техническое образование, поэтому он объясняет, кстати, больше вот так. Вот левая рука, вот правая, вот соединяем и так далее. Надо еще я буду действовать больше все-таки от души, потому что у меня гуманитарное образование,
и будем все-таки отталкиваться от музыкальных образов. Давайте условно это соло разделим на три части. Итак, первая часть. Какие здесь образы? Представим себе, допустим, закат. Деревенька, сидит на валенке бабушка. Ей достаточно много отгрузили хлеба. Бля, сейчас, и сейчас, там есть разные буханки. Есть черствые, есть менее черствые. Нищие помыть. И она спокойно сидит и понимает, сейчас она наконец-то сядет и прям по-человечески его жует. Никуда не торопится, все сделано. И берет, к сожалению, достаточно черствую буханку и начинает ее пытаться разжевать. Спасибо, радиограф. Спасибо, сейчас. В равно М2 дробила. Блять, тут дно бутылки, пиздец, блять, липкое какое-то, хуй знает, в чем она. Я, честное слово, не видала. Юль. Да. Когда я доставала. Кто бутылкой пользовался, ребят? Не по назначению. Наоборот. В наше время это уже по назначению. Да. Типа, какой-то мем был с бабушкой, типа... Сперва подумала, надо засолить огурец, а потом такая, в пизду. Блядь, это слишком жестко. Такое, да, в одноклассниках не поймут. Так, чё, спасибо, радиограф. Да, сбор сейчас сбросим, на новую стопку собирать будем. И берет, к сожалению, достаточно черствую буханку и начинает... Бабушке её... привезли хлеб, и вот она начинает жевать черствую буханку. Тут к ней неспешно подходит соседский козел, который отвязался от стойки и, соответственно, просит у нее хлеба. Просит достаточно настырно, вот таким образом. Бабушка отвечает, да нихера. Козел просит еще более настойчиво. Козел просит, типа, дай хлеба, а бабушка, не дам. Бабушка говорит, да нет, ничего не будет. Сама ест, типа, его. Итак, у нас закончилась первая часть соло. Поехали ко второй. Итак, представим теперь образ, который идеально подходит под вторую часть соло. Допустим, вы идете по лесу, вы весь такой нарядный, у вас замшевые туфли, дорогая шляпа, и перед вами заросли непроходимые. Но вы знаете то, что ваша цель, соответственно, так, вот да. Вы находитесь здесь, так, вот у вас заросли, и вам нужно прийти вот сюда. Поэтому через заросли придется каким-то образом продираться. Но ситуация осложнена тем, что заросли заболевал проходящий мимо медведь. Спасибо! Раз уж сегодня стрим с Махляка там, что ли, обязаны вместе посмотреть. Слушай, это просто самое дно, это просто угар. Это Махляка. Это что такое? Я тут тоже это слышала. Постепенно, все постепенно. Давай сперва козлов, баранов. И поэтому нужно постараться. Медведь заблевал, надо аккуратно проходить. Из этой ситуации чистим. Знаешь, для детей. Итак, типа в начальной школе там Мишка пришел, сказал букву А, там вся хуйня. Вот у нас то же самое, да. Повторите штуку. Медведь заблевал там. Вторая часть прекрасно получилась, поэтому опять же это вот. Такой стиль, это душа, образ создан, музыкант смог свои эмоции передать. Поехали дальше. Реклама. Понятно. Ну и теперь последняя часть соло, заключительная кульминация. Что непонятно? Говорю, не нравится, как это все смотрится. Нравится или не нравится? Мне нравится. Вот, мне кажется, так пиздачка. Да. Вот так. Нет? Вот так, заебись. Да. Охуенно. Ну, типа, я как сперва делал? Я убираю со лба волосы и вот так вот. В том-то и дело, мне так не нравится. Почему не нравится? Мне кажется, вот так пиздача. Как пиздача, короче, вот когда назад... Ребят, голосуем в чате, как лучше? Когда волосы торчат вот так или когда, как у Моисея? Вот. Который музыкант, естественно, максимально выкладывается, показывает свою душу, технику и так далее. Представим такой образ. Вы лежите на пляже, отдыхаете, все здорово, все комфортно. Но происходит одна проблема. Прилетает облитая нефть чайка и ворует ваше обручальное кольцо. Соответственно, вы начинаете за ней бежать, догоняете ее и начинаете тыкать ее ключом от отеля. Она издает такой звук. Вы тыкаете еще глубже. Звук такой идет. Чайка начинает потихонечку умирать. И в конце вы забрали свое кольцо. Умирающая чайка, это тоже получается. И ее последний предсмертный крик это... Тебе всем нравится это вот это. Все. Как видите, задача музыканта выполнена, все образы воссозданы и слушателю идеально переданы. Ну вот как-то так. Я не очень часто снимаю уроки по теории, но в этой ситуации я просто не мог пройти мимо и хотел соединить теорию вот и практику. Вот он, я без шляпы. И наглядно вам показать, как именно с помощью технических приемов получается воссоздавать такие же гениальные импровизации, как у Кирка Хэммета. Ну сейчас еще отросли, хотя бы. Поняли то, что... Я видишь, я уже, дед старый, за лысинами просто. Вот. Лысеешь? Да, и у меня с детства вот здесь,
хуйня такая, тут волосы не растут. Врачи прижгли родимое пятно, хуёво как-то. Блядь, а зачем его прижигать? Это было бы очень... Да я вообще не ебу. Это пиздец, какая классная фишка. Ну, теперь она тоже пиздец, какая классная, блядь, конечно. Но вот я не ебу почему-то, но... Ебать, я еще и, походу, уебался этим самым местом куда-то. У нас там сейчас такая хуйня. Она вообще обычно просто белая такое. Как... Это все алкостримы. Да. По владению инструментом, синхронизация, атака, техника и так далее, все определяется только количеством людей, которые его знают. Например, если человек играет ковера нога тригована, снимает на слух, пишет свою музыку, но его знает 7 человек, то, естественно, уровень никакой. Если человек играет просто как полный нелепый понос, но его знает 200 человек, это, естественно, топчик. То есть я думаю, что здесь споры какие-то абсолютно неуместны. Поэтому, в общем, сначала старайтесь набрать количество людей, знакомых. Ну, то есть дровлит, типа, да, что надо быть популярным, тогда-то круто, типа, да, как бы. Ко всем добавляйтесь, скажите, я известный, выйдите на улицу, можете прилюдно дать ритузы, и, естественно, вас узнает, и тогда... Дать ритузы, это тоже его коронная фраза, типа... Ну да, вот все фразы такие, типа, дать в ритузы, обдизлайкать штаны. Обдизлайкать штаны, бля. Вот такое, да. Конечно, имеет смысл играть на гитаре. А так, как же, по-другому? По-другому быть не может. В общем, всем удачи, развивайтесь и пока. Вот, да, да, да. Ну и как бы он, то есть... Ну, народ обдизлайкал, смотри, вот, типа, 2000 там бомбит. Если тебе будут там присылать, типа, фотки там, ну, какие-нибудь... Присылать? Фу, если к тебе при фотошопе там хуи какие-то, вот там, ну... Я буду только рада, это так классно. Не, ну, типа, тебя уже все, то есть запишут какие-то очередные подсосы, там, вот там Моисей с какой-то бомжихой, типа, опубликует там... Типа, да, сосут хуи, да, блядь, да, против этого. Там, да. Ну... Гапоныча, например, хейтеры называют Дон Жабон. Меня называют моська-свиненок. Ну, типа, бля, Гапон, он снимает снизу, у него подбородок из-за этого, так, и он такой, типа, блядь, жабон, жаба, блядь, типа. То есть они так троллят. Меня называют моська-свиненок. У тебя поэтому на донате, да, хрюшка? Нет, ну, не, кстати, да, типа... блядь, я об этом... Не, ну, типа, просто я, блядь, подсос такой вонючий, еще как-то, я не знаю, вот. Тебя будут, ну, за нос, наверное, стебать. Вот. О, блядь, это вообще мой любимый. За то, что я похожа на лесбуху, потому что я еще кольца ношу, вот так вот. Да. Типа, блядь, занос. На помощь, петухи! Мужики, спортовались! Спасибо, Атомск, спасибо. Хай, ужрался вчера, едем в говненче. Сегодня думал, сдохну хуем. Пиздец, нахуй, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Давайте девку душевного музла послушаем. https://яуту.бы/дадавдгаю. Знаешь, мне кажется, у нас сейчас такой стрим такого характера, то есть пока мы еще не сильно ужрались, у нас просвещение такое идет. Я уже, у меня это... А когда уже начнет мазать пиздец, будем просто зырить все подряд. Да, да. Типа, ну, то, что нам на донате, ну, тебе точнее, прошу прощения. Ну, а вот, хейтеры пришли уже в чат даже какие-то незабаненные. Пойдешь, про Master of Puppets тоже сейчас покажу, короче, ну... В общем, вот, то есть, как бы, прикол Фреда в его вот этих охуенных... Если бы я был подсос, мне бы хотели за внешность. Ну да, 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 да. Ну то а есть... за что еще? Типа, я просто, блядь, как я да. первый раз... Не, не, нельзя принципе, же на не по фактам же разъебывать, а за внешность троллить. Это вообще кайф. Спасибо. Гачи-миксы, но классику забывать нельзя. Аминь, спасибо. Обязательно посмотрим, у нас пиздец, что-то очередь нарисовалась. И, ребят, все видеодонаты тоже идут в фонд, мы тоже пробухаем их. Вот, мы причем уже, ну пока так, пока еще, пока по лайку, да. Наверное, да, еще это добиваем. Хотя уже, бля, вот на самом деле, вот водки бы столько выпить, ну вообще похер, я бы сидела такая, ну, водки? Ок. Ну, не, я имею в виду, если бы это был не егер, а водка, то было бы как бы, хотя тоже 40 оборотов. А, может, 35 даже у него, я думал, вот, у него больше. Вот, понимаешь, а почему ты сейчас как-то прям хорошо? Ну, меня душе... хуярит, не знаю. Вот, я нормально. Тебе говорю, у меня тоже прям... Да за шо, деда, за шо, блядь, за шо? Ничего же не написал человек. Ну, ладно, мьют-мьютом, хуют-пиздютом. Вот. У тебя кто-то модрый сидит? А, ну, повторно, да. У меня супер анальная модерация, меня тоже хейтеры за это... Типа подъебывают, что вот, блядь, Моисей тоталитарный гондон, блядь, устроился я в чате, типа, как барин, блядь, и устроился, всех, типа, своих, там, зрителей ебет. У меня 15 правил чата, то есть, ну, дохуя, и я такой, типа, анальную хуйню устроил. Ну и чё, твой чат, что хочешь, то и делаешь. Ну, типа, вот я, блядь, пидорас такой, видишь. А чё там у тебя, кстати? Не бесить меня, это первое правило. Блядь, логично, мне в жизни такое правило.
Ну и все остальные правила следуют как бля, бы из первого. Бля, я поняла, меня, кстати, тоже, по-моему, забанили это или что-то. Ну, короче, удалили. Мьютили тебя? Не мьютили, а просто, типа, удалили, как я что-то капсом написала. Закап? Ну да, да, ну, короче, у меня модеры, я типа, думаю, типа, уже... что за хуйня? Да, я да. Ничего такого не писала. Модеры уже, типа, немножко дрессированные, они, типа, иногда даже... То есть, это, короче, у меня как в России, правила есть, но они не всегда обязательны к соблюдению, блядь, типа. Uh-huh. То есть, не всегда за них должна быть кара, но модеры, как бы, они такое, то есть, ну... Они, их много, они хотят, блин, клубы забанить, нахуй, вот, и поэтому, вот. Они уже такие, типа, вот, ну и, конечно, если какая-то полная хуйня, то полагается сразу бан. То есть, я, например, блядь, меня бомбит, когда, типа, сыграй песню, спой, давай, там, сделай то, блядь. У тебя же прям крупными буквами написано, что, типа, донат, там, да, я, ну, конечно. За видео, такое-то там за то. Да, ну я просто все сделал прям максимально, потому что меня смотрят тоже алкаши всякие, а им, типа, если прям на видном месте не вывести, они не поймут. Вот, я сам не понимаю, как бы, я тоже тупой. А им выведешь на лоб, они все равно не поймут. Это классика. Ну, для этого модеры и нужны, собственно. Вот. Ну, тут такое. То есть, как бы, ну, короче, так, просто, типа, за что можно получить? То есть, это на самом деле ничего особенного, просто такое. Плюс еще есть конфа, и в конфе, типа, запрещено писать во время стрима. То есть, ну, потому что если стрим, идите на стрим, блядь, правильно? Да. Вот, так что я все как бы, ну, мне кажется, у меня все охуенно, пиздато. Ну, хейтеры вот и за это логично, ролят. Логично, в очке клубнично. Да. Блять. Вот. Так что там чуть господину... Ой, я помню, я как-то на батю разозлилась, блять, он такой, да ладно, я такая, блять, в жопе шоколадно. Он такой, блин, пиздец, на меня обиделся, тогда я извинялась. Блять, за рифмочки. Ну, батя.